эти выходные состоится спартакиада среди госслужащих. В мероприятии примут участие 6 команд силовых структур, 7 команд госадминистрации городов и районов, а также команды несиловых ведомств. Соревнования пройдут на площадке оздоровительного лагеря «Спартак». Города и районы провели отборочные туры. В Бендерах он прошел еще весной. Состязались госслужащие в 9 видах спорта – мини-футболе, дартсе, стрелковом поединке, настольном теннисе, беге на 100 метров, технике пешего туризма, подтягивании, прыжках через скакалку и плавании. Спартакиада среди госслужащих проходит уже в третий раз. Бендерчане занимали первое общекомандное место, потом второе, сейчас вновь настроены на победу. Мероприятие организуют с целью популяризации спорта и здорового образа жизни среди государственных служащих, а также оценки уровня их физической подготовленности. Одновременно со спартакиадой в лагере «Спартак» организуют мероприятие ко дню работника физической культуры и спорта. Праздник «Физкультура для всех и для каждого» пройдет в этом году впервые.